Привет! Хотите заглянуть внутрь домика свинки Пеппы? Я тоже хочу! Давайте заглянем! Это было обычное утро в домике у свинки Пеппы. Папа сидел, смотрел телевизор, как обычно. Мама готовила что-то на кухне. Джордж и свинка Пеппа, проснувшись, играли в железную дорогу. Но скоро им это наскучило, и они решили... Джордж, во что мы будем играть? Я не знаю, мне жарко. Я хочу купаться. Давай играть в аквапарк. Ух! И они решили пододвинуть свою кровать прямо к ванной. Вот так. Чух. Джордж, получился аквапарк. Давай прыгать. Первой прыгнула свинка Пеппа. Она наняла воды в ванной. И подумала, что это бассейн. Тю-тюх. Ой, ой, мы налили холодную воду. Вторым прыгнул Джордж. Эй, тю-тюх. Ой, холодная. В это время мама услышала шум и поднялась в ванную. Что здесь происходит? Прости, мама, мы играли. Ребята, вы что? Разве можно играть, прыгать с кровати прямо в ванной? Это же опасно! Я позову папу. Мама спустилась за папой. Папа нехотя вылез из кресла и, вздохнув, поднялся к детям. Дети, разве можно так играть? Это же опасно! Вы же можете покалечиться. Никогда нельзя прыгать с кровати. Вы что? Но мы хотим поиграть в аквапарк, сказал Джордж. Поиграть в аквапарк? Поехали лучше съездим в настоящий аквапарк, он же недалеко от нас. Ура! Ура! И семья собралась в настоящий аквапарк. Первый зашел в аквапарк папа. Он поднялся к буфету, огляделся, взял себе сок. Ай, хорошо, прохладно. Попил его и решил прокатиться с горки. Папе горка явно была мала. Он попробовал залезть в гамак, но не поместился. И решил сесть в шезлонг, надел свою кепочку и вернулся за коктейлем. Отдыхай, папа. Следом поднялась мама. Вот так. Она тоже взяла себе сок. Вот такой апельсиновый. Цск. Налила себе. Чик. Какой хороший сок. Тоже скатилась с горки. Чух. На этот раз маме повезло больше. Она немножко покупалась в бассейне и устроилась в гамак. Маме гамак подошел как раз. Следом за ними пошла свинка Пеппа. Она не заказывала сок. Она купила себе мороженое. Вот такое. Вот такое. Съев мороженое, она взяла себе маску с трубочкой. Вот такую. И прокатилась с горки. Но последним пошел Джордж. Он поднялся по лестнице, зашел в буфет и заказал себе конфету. Вот такую вкусную. Он ее съел, прокатился с горки. Ух! Вдоволь отдыхавшись, уставшая семья свинки Пеппы направилась домой. Папа прямо в одежде бухнулся к телевизору и уснул прямо в кресле. Мама побежала готовить на завтра. Мама уснула прямо на стульчике на кухне возле плиты. А свинка Пеппа и Джордж успели бухнуться в свои кроватки и тоже-тоже сладко уснули. Ну, вот как интересно можно провести весь свой день. Правда, ребята, да? А вы бывали в аквапарке? Я тоже бывал, и мне там тоже очень нравится. Ну что, до встречи, ребята! Пока!